Там нечего смотреть, там не открутишь ты его. Ковшик опускается. Скинули кабину. На лето всегда скидываем кабину, чтобы проще было косить и это работать на без кабины. Летний вариант делать. Что если когда в кювет улетаешь, можно было выпрыгнуть там. Вот этот люк снимать, да? Какой? Вот. Эту площадку полностью вскрывает мост, конечно. Да, ее всю вот чистить на всю полностью. Кулису всю. Этот полностью открутить. Ну, я понял, что все тут вычищать надо. Так и тормозной этот вал надо снимать. Сперва надо бортовые снять. А он как снимается-то? Да, да. А, вот эту вот откручивать? Да, да, да. Все полностью. Поменяли бортовую, бортовую раздавила телега. Но не помогло. Придется все разбирать. Потом покажу, что случилось. Я вообще картошку писал. Так, ладно, этот. Продолжаем разговор. Это все разобрали, два стакана. Все пальчики, Миш, чтобы не просрать. А я все поставил. А вон, где он поставил? А тут кольцо, чтобы этот, обычно этот встает. Ну, обычно, да. В общем, вот. Вот самое главное, чтобы не просрать. Да это понятно. Кишки, в общем, основные оставили. Дифференциал вытащили. А где эта шерсть, вернее-то, покупал? Новую. В оружейке. В оружейке, в ящике в этот кинули, да? Где там все Т-25-шные. Да, да. Фокус в чем? У нас на дифференциале сломало эту втулку под подшипник. О, и веревка, как она здесь внутри могла попасть? Ты положил? Нет, привязывали его? Не знаю, наверное. И осью сломала дифференциале вот эту шестерню, вот так вот получилось. Но это скорее всего, что раздавило телегой с навозом. Этот вал поменяли, тоже поставили, вон он валяется, кривой. Бортовую раздавило. Ну, я думаю, что это телега с навоза. Дорога была херовая, и из-за этого так все произошло. Фокус-то не в этом. Старый. Купили корпус. Денег стоит, блядь, как чугунный мост. Ну. Раз. И шестерню купил. Ну, ее уже поставили. Два. Это херня. Стали разбирать, а тут шестерни-то конички. Все дифференциалы. Все клепаны. И как их менять? А еще фокус в том, что вот новый, вот, вот старый, вот направляющий блокировки. Вот я его вставил, вот он стоит, все. То есть проточка конуса. Ну вот, вот сюда в новый вставляю. Проточка конуса. Вот такая вот проточка конуса. Так что, мелкие, что пришли? Так, ладно, будем дальше собирать, посмотрим, что как у нас получится.